Всем привет! Рад вас видеть. Сегодня попробуем сделать новую биржу. То, что делают ювелиры. Смотрим, что нам для этого нужно. Называется она легендарный ювелир. Можно сделать ожерелье цветания. Ожерелье трав. Чем оно отличается, интересно. Пошлите дальше посмотрим. Кольцо цветочного защитника. Почему ожерелье 2, а кольцо 1? Браслет цветочного колдуна. Серьги цветения. Для всех нужно одно и то же. Частица духа 100 штук. 30 превосходного кристалла. И разная темка камень правосудия. Где камень делается? Сразу начнем. Камень делается в алхимии. Внизу. Кристалл забытой звезды. Что нам нужно? Нужен на каждый свой кристалл нужен. Или камень духа. Они выбиваются в этих же данжах. В особых. Пустошь Брена. Видите? Дается сундук вот такой. По 7 сундучков за один получаете. Сундук открывается. И то есть 7 камней разных случайных вам попадается. Духа Брена 6 штук надо. Тоже вы за один данж до 7 штук убиваете. С каждого, там я до этого видео записывал, как этот данж проходить. Да, посмотрите, где находятся 4 босса и главный. То есть тоже 4, с каждого босса по одному, с главного 3. Получается 7. Таким образом, первые 2 темки понятно, где брать. Где тут браслет? Понятно. Камень пустоты из камня делаем, это выбиваем. Где мы делаем превосходный кристалл? Превосходный кристалл делает ювелир. Давайте новичка возьмем. Превосходный кристалл. Нужен уровень 1. То есть 6 камней собрать. Вы собрать не можете, потому вы их покупаете. И 18 эссенций. Если улучшено, вот как у меня 36 уровень, я уже покупаю другую эссенцию, 5 штук и 4 камня. Уже чуть-чуть дешевле. На эксперте будет еще дешевле. Когда будет 46 уровень. 2 эфирного масла и 2 камушка. И буду делать. Может прокаться 2 иногда. Ну и пробуем создать теперь. Заходим в ювелира. Ремесло ювелир. Легендарный ювелир. Изготовить. И что нам прокнется? Мне нужно, чтобы была ловкость, наровка и для лука доп статы. Вы поняли? Для всех могут разные быть доп статы. Там какой-то скилл на 10% сильнее юзается и все такое. Давайте изготовить. Вот он делается, делается. Очень важно, чтобы был на меня. Ну, вы понимаете, шансов немного. 20%. А еще с нужными статами вообще мало шансов. Цветочного колдуна. Хитрость, мудрость. Ерунда. Солнечный браслет. Огненный шар. На мага сделал. Прокнулся на мага. Мог прокнуться, конечно, и на лука. БМ очень таки неплохой. Статы очень таки неплохие. Плюс еще 10% из облачения солнечного света увеличивает урон от навыка огненный шар. Это шикарный для мага. У них этот огненный шар и так дамажит. Ну а что самое интересное, что отвязов тут 0. Передать нельзя, продать нельзя, поскольку я не маг. Мне его то положил на склад, оно будет валяться. Зря я его делал. И то, что я так понял, статы будут прокаться по-любому на те, какие надо. Циферки чуть-чуть гулять будут. То есть 20% что ты сделаешь на себя и все. Ну все, сделал неудачно. Все, что собирал, теперь на складе будет лежать. Я магом играть в ближайшем будущем не планировал. Вот так вот. Не зашло. Так, я хотел поточиться. Ну, сережки так себе, давайте улучшим немного. Сергея. Заодно посмотрим, как падают. Раз. На один улучшили.
На 2 улучшили 52,8, 61,2, то есть на 1,4 здесь улучшается, на 1,9 здесь улучшается. Они могут как упасть на Т2. Бля, сразу на плюс 3, это мне нравится. Давайте еще это зачаруем. Сразу успех, сразу падать некуда, но может же просто не зачароваться. Видишь, без изменений. Давайте еще попробуем. Опять без изменений. Давайте поменяем на ожерелье. Без изменений. Пошло, да? Неудача за неудачей. Опять. 4 раза в никуда. Ну, ни разу не скатилось. Вот, плюс 3. Сильно не буду, потому что у меня не топ статы. Плюс 2. Плюс 3. Без изменений. Блин, камушки-то... Неудача, минус 2 стало, видите? Камни-то заканчиваются, 400 камней в никуда. Давайте броньку. Ой, это же не бронька была. Видите, здесь в итоге спустил. Можно было оставлять. Успех, плюс 5. Бронька у меня более-менее, можно ее поточить. Неудача, на 4 скатилась. По 200 тысяч туда-сюда. Успех. Давайте еще. Без изменений. Лям спустил в никуда. Без изменений. Без изменений. Ну это бесит, да, по 200 тысяч так спускать. Да ну что ж такое? Да ну. Два ляма в никуда. Нравится заточка, ребят? Успех. Плюс 6. Без изменений опять. Ну сколько можно? Ну хоть это не спускается. Ну уже... Да ну, 4 раза. 5 раз без изменений. Ну, рекорд побьем. Плюс 7. Ну и хватит, я думаю, точить. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал. Кто хочет в гильдию Днепр, Дискорд обязателен. Только вежливых людей принимаем. Ну и что? До скорой встречи. Буду для вас еще снимать видосики. Всем пока.